The deployment of new Russian missiles is putting this historic agreement in jeopardy. For years, Russia has developed, produced, tested, and fielded a new missile system, the SSC-8. These missiles are mobile, they are hard to detect, they can be nuclear armed, they reduce warning time to minutes, they lower the threshold for nuclear conflict, and they can reach European cities like Berlin. Allies have repeatedly pressed Russia to ensure full, verifiable, and transparent compliance. And after years of denials, Russia now acknowledges the existence of a new missile system. The United States is in full compliance with its obligations under the INF Treaty. So while there are no new US missiles in Europe, there are new Russian missiles. The new Russian missile system poses a serious risk to the strategic stability of the Euro-Atlantic area. Тема, пожалуй, наверное, самая горячая, судя по тому, что происходит на экранах телевизоров. Это самая обсуждаемая тема и, может быть, самая интересная на сегодня. Президент Соединенных Штатов господин Трамп заявил, что он хочет расторгает, по сути дела, договор с Москвой, тогда это был Советский Союз, сегодня это Россия, договор с Москвой по ракетам средней и малой дальности. Я сейчас не буду вникать в цифры, что такое средней и малой дальности, это не главное. Главное то, что он расторгает очень серьезный договор. После этого в Москву приезжает советник президента по безопасности господин Болтон, его встречают на самом высоком уровне, но это уже отдельная, вторая сторона разговора, который мне невероятно интересен. А сперва, что это за договор, и что он из себя представлял, и почему ему придается такое значение? Соглашение было подписано в 1987 году между Рейганом и Горбачевым. Смысл этого соглашения был в том, что прекращается производство, разработка и вообще существование ракет средней и малой радиуса действия, то есть свыше 500 километров и до 5500 километров. То есть эта система, все эти ракеты. Дело в том, что... Более 30 лет он был краеугольным камнем. Он не был краеугольным камнем, у него были свои цели. На то время у Советского Союза было примерно на 1000 таких ракет больше. И они представляли серьезную угрозу как всей Европе, так и американцам. Я прошу прощения, Советский Союз, видимо, шла речь о той самой сатане знаменитой, как я понимаю, среднего радиуса действия. Это сатана. Нет, не сатана. Американцы были першинги. Сатана – это совершенно другое. Американцы – это были першинги. Согласно соглашению, Советский Союз уничтожил эти ракеты. Американцы тоже уничтожили. Но в этом соглашении было, так сказать, был один подводный камень. И подписав это соглашение, фактически Горбачев совершил самое страшное преступление против безопасности Советского Союза. Потому что там было сказано, что ракеты, это относится к ракетам наземного базирования. Совершенно. Поскольку советская армия это была сухопутная армия, американская это флот. Американцы продолжали развивать ракеты морского базирования. Одна из таких ракет, самая, так сказать, известная, это Томахавк. До 2500 километров. Но она, значит, можно. У Советского Союза флота не было. В 90-е годы вообще ничего не было.
И цель Соединенных Штатов была такая, что с подписанием этого соглашения они смогут достигнуть абсолютного военного превосходства над Советским Союзом. Или потом над Россией. Что, с их точки зрения, почти осуществилось с начала 2000 года. Именно за счет ракет этого радиуса действия морского базирования. Соглашение было подписано только между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но в 2000-е годы вдруг все поменялось. На основании того, что было создано такое превосходство, американцы в 2002 году выработали и в 2005 году приняли стратегию единого общего удара. По этой стратегии против России можно было направить в течение часа 6000 ракет Томахавк морского и воздушного базирования. 6000 ракет этих должны были уничтожить почти 90% системы противоракетной обороны России. И тем самым поставить ее перед выбором после этого. Причем конвенциональные, хотя Томахавк может быть и ядерное оружие, чисто конвенциональное, перед выбором сдаваться или быть уничтожено, потому что системы противоракетной обороны нет. И Россия, как ни странно, не только заметила это, но и начала вырабатывать свои ответы. И сегодня ситуация совершенно другая. Россия, оценив то, что у Соединенных Штатов основная база этих ракет, не будем говорить сейчас о воздушных, из этих 6 тысяч ракет, порядка 4 тысяч должны быть морские платформы, в основном фрегаты и эсминцы, и подводные лодки. И только меньшая часть самолетов. Томахавк можно пускать самолет, как отлично. То есть обошлись. Соглашение есть? Нет. Россия выработала «Калибр». «Калибр» — это ракета чуть лучше, чем «Томахавк». Она доходит до большей скорости, лучшая маневренность. В отношении других качеств она почти то же самое. Единственное, что она в разы дешевле американской. Но «Калибр» — это тоже «Томахавк» — ракета морского базирования. И тут Россия использовала то качество, которое не было у Соединенных Штатов. Соединенные Штаты — океанская держава, корабли большие. Все корабли Соединенных Штатов должны переплыть океан. И поэтому они большие. Россия поставила «Калибры» на маленькие катера. Она выработала маленькие суда, которые работают в прибрежной области. И вдруг, сегодня ситуация такая. Небольшой катер, на котором 12 установок, идет по Ладожскому озеру. Он может совершенно спокойно обстрелять ракетами цель за 2600 километров. Вот если бы они стояли на берегу, это нельзя. Такой же катер может идти по любой реке. То есть Россия обошла это, не нарушая закона. Очень просто. У нас есть эти ракеты речного базирования. Чего у американцев нет и быть не может. Для этого им надо... И тут американцы поняли, что эта проблема у них... То есть та цель, которую они хотели достигнуть... Они проигрывают. То есть у России практически есть ракеты, которые могут, можно использовать как ракеты среднего радиуса действия, но прицепиться не к чему. И тут произошло еще две вещи. Когда американцы начинали авантюру с Украины, ну, кроме всей этого дыма и всей этой трепотни, и всей этой лжи, которая была насчет Украины, демократии и прочего, у американцев была практическая цель. Севастополь и американские корабли возле Крыма. И тогда Томахавки от Севастополя, их радиус действия был до Омска. И в России тоже умеют читать, они тоже могут понять, какие расстояния и все. И поэтому все, что было с Крымом, Севастополем, все эти спецопляски, причин тех или других, явных, неявных, проблема была
Черное море, Севастополь. Чья база будет Крым и Севастополь? Российского флота или американского? Если американского, тогда это Россия почти смертный приговор. И после того, как все планы американцев вдруг перевернулись, и Севастополь превратился в настоящую базу российского флота, дальше Россия сделала еще один шаг. Этот шаг был Тартус, Сирия. И российская эскадра в восточном побережье Средиземного моря, она нейтрализовала возможность американского флота обстреливать Россию с этого театра военных действий. И американский флот должен был отойти дальше, на запад. То есть расстояние его от целей в России и способность их поражать резко уменьшилось. Кроме того, Россия стала вырабатывать виды вооружения, которые именно направлены против американского флота. Но американцы сделали еще один шаг, который действительно заставил Россию отнестись к этому более серьезно. Когда американцы говорили и трещали по всему миру, я слышал, и все тут, о том, что они хотят поставить базы против иранских ракет в Румынии и в Польше, то Россия им говорила: вы извините, но, как говорится, гроссмейстер, конь так не ходит. Это немножко не связано с географией, с теориями ракет. Но американцы сказали: нет, нет, нет. И построили базу. В Румынии уже есть все. Что интересно на этой базе? На этой базе стоят установки для пуска ракет. Это установка МК-41. Она также стоит на кораблях американского флота. Из этой установки то же самое можно запускать, как ракету против ракеты, так и Томахавк. Для этого надо 5-10 минут работы над компьютером. Перезарядить программу запуска. То есть Россия и тогда говорила, слушайте, вы ставите базы, вы называете их противоракетные. Это нарушение соглашения, потому что Томахавк на суше — это уже совершенно другое. Но кто может указать американцам? Американцы сказали: а мы так хотим. Теперь у американцев сложилось положение. Цель, с которой было выработано это соглашение, не то что не достигнуто, Россия получает преимущество. Тогда зачем же американцам это соглашение, которое связывает им руки на суше? А Россия дает преимущество, потому что она это обошла. И они как бы выходят из договора. И они приняли решение выходить. Как, что, чего. Окей. Значит, подожди. Тут меня интересует другая сторона. Я тебя внимательно слушаю. Это очень интересная лекция. Но тут есть один нюанс, который, как мне кажется, говорит о подоплеке происходящего с другой стороны. Значит, в Москву приезжает советник президента США. Вот он сразу после заявления Трампа о выходе. Понятно, что он приезжает с этой темой, она только что прозвучала. Болтон, даже по американским меркам, не то что по московским, ястреб каких мало. Он вообще против любых ограничений американского оружия. И вот приезжает Болтон в Москву. Его принимает, ну ладно, Патрушев, они коллеги, этот Совет Безопасности, представляете. А смотришь, они беседуют 5 часов. 5 часов. Надо же найти темы. Его прекрасно, это подчеркивается. Москва бурчит. Пресса московская откровенно бурчит по поводу выхода американцев и так далее. Но при этом эта же пресса говорит, что его прекрасно принимает Шойгу. И наконец, он встречает с Лавровым. И наконец его принимает президент. То есть уровень приема, я слушал пресс-конференцию Болтона и слушал отношения Путина на этом форуме политологического на Валдае. Очень уважительно. Все замечательно. Пресса бурчит, а политологи, эксперты высочайшего ранга политики никаких демонстраций недружелюбия. Более того, там назначается встреча Путина и Трампа на 11 апреля.
И вот создается интересное впечатление. Россия, как ты в 1987 году, как ты говоришь, затянула договор Америки и, скажем, Москвы, тогда Союза. Но при этом это был договор между двумя странами. Тогда больше никто не интересовал величайшие державы две. Никто другой их не интересовал. За 30 лет, прошло 30 лет, ракеты появились серьезного уровня у Ирана, у Пакистана. И самое главное, у Китая, который по сути не падает. То есть, связав себе руки, эти великие державы оказались связанными по сравнению с другими, так сказать, игроками, которые выросли. Так вот, нет ли у тебя впечатления? Что это в Азербайджане замечательная поговорка? Невестку ругаю, чтобы дочка слышала. Говорят. Нет ли у тебя такого ощущения, что это такой, значит, выход? Это не к Москве, это к Китаю отношения. Это поэтому его так и принимали в Москве, что он им тоже развязал руки по отношению к другим державам, которые Москва тоже ничего, она была связана договором. Ну, есть претензии у Америки к России, что она как бы там немножко выходит за рамки договора, там, у Москвы есть свои претензии. Но главное, что у них теперь руки развязаны, они могут по сравнению с другими расти. И поэтому, в общем-то, и они нашли, кажется, общий язык на этой площадке, нет? У тебя тоже нет такой ощущения. Соглашение 87-го года было однозначно. Одна страна пыталась достигнуть военного превосходства от другой страны. Да. Другая страна со своим президентом, подписав это соглашение, да, предала оборону Советского Союза и согласилась на то, что у американцев будет военное превосходство. Возможно, ты прав. Почему это важно? Это важно. Это важно, потому что когда две стороны заключают соглашение, надо знать, что они хотят получить. Я с тобой согласен. Но я интересую то, что происходит сегодня. Сегодня, а поэтому сегодня, что выходит из договора, это домашняя сторона Москвы, а сторону Пекина. Оставим сейчас Пекин в покое. Да. Вот эта свистопляска этих политологов, эта пена, не играет никакой роли. Они могут кричать сколько угодно. Проблема Пекина и Китая, я потом откажу. В данном случае речь идет о разрыве соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Без Китая, без Пакистана, без Ирана, без Израиля. Разрыв. Йофе. У всех разрыв. Оставьте разрыв. Китай в покое. При чем тут Китай? Соглашение разрывается между Россией и Соединенными Штатами. Да. У всех остальных разрывы развязаны. Теперь с ним встречались, если кто удивляется, почему его так принимали, так тот, кто этому удивляется, и он считает себя профессионалом. Я не удивляюсь, наоборот. Я говорю, тот, кто из политологов удивляется, считает себя профессионалом, пусть поменяет профессию. Россия исключительно вежливо относится ко всем. Независимо от его отношения к России. 5 часов разговора, это уже не вежливо. Его принимали вежливо по высшему разряду. 5 часов разговора. Почему с ним встречался? И Путин. Путин не обязан встречаться с советником, не его ранг. Я сказал, почему он встречался. Почему встречался Путин? Почему встречался Лавров? Почему встречался Шойгу? Потому что в России пытаются относиться к проблемам примерно на 2 порядка более серьезно, чем трактуют это вот эти политологи и комментаторы. Дай Бог. Они хотели понять одну вещь. Решение о разрыве соглашение принято или нет? И о чем идет речь? Так, а принято ли? Принято. Вывод российского руководства, что принципиальное решение о разрыве договора принято. И это была основная цель их разговора. Второе, они представили американцам то, что президент России всегда говорит. Он говорит, вы хотите разорвать? Мы не за это. Но мы к этому готовы. И да, на следующий день, после того, как договор будет разорван, у вас будет очень много неожиданностей и неприятных. Я напомню, что я говорил. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия
нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях, иметь в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь создана система, и мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетным нападением. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены, первое. И второе, они определяют траекторию полета. Третье, районы падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем, наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Ну, потому что они даже раскаяться не успеют. Ну, мне хочется сразу обратиться к митрополиту Тихону, но чуть позже, если можно.